А дальше по-русски. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. We are fighting just for our land and for our freedom. Despite the fact that all our cities of our country are now blocked. 6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. Мои граждане России, дорогие друзья, сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим в Донбассе, и ключевым вопросом обеспечения безопасности самой России.